Это по моей улице Альмамедова. Я неоднократно обращался в акимат. Это, насколько я знаю, с госсимволики. Плюс голубым цветом покрасили, и рядом тут же туалет. Эти стены обсыкают люди. Вот туалет написано. Акимат не разбирается. Тут и сотрудники полиции стоят, иногда курят. В общем, вот такая вот у нас страна патриотская, видите? И вот сразу туалет. Почему на это не реагируют? Кто разрешил вот это вот делать? Нанести госсимволику вот эту и плюс покрасить еще стену голубым цветом, как флаг Казахстана, и поставить сразу под углом туалет. Люди, не доходя до туалета, справляют нужду на эту стену. Я не говорю, что там я прям такой патриот, но мне неприятно, что вот это происходит посреди белого дня, и акимат никак на это не реагирует.